Научно-технический центр геодезии, картографии и кадастра основан в 2018 году на базе Института строительства, архитектуры и дизайна кафедры геодезии и земельный кадастр. Центр проводит различные виды геодезических и картографических работ, такие как создание топографических планов различных масштабов, сопровождение объектов строительства, аэрофотосъемка и дешифрирование, а также подготовка отчетной и исполнительной документации. Научно-технический центр имеет большой комплект геодезического высокоточного оборудования. Это тахеометры, GPS-приемники последнего поколения, цифровые нивелиры и беспилотники. За прошедший год провели сопровождение подземных коммуникаций зданий Ахмат Тауры, Грозный мол, а также различные виды работ на территории комплекса «Ведучи». В этом году большой объем работы был проделан на территории самого Грозного. Сотрудниками научного центра являются дипломированные специалисты, а также аспиранты нефтяного университета, которые также ведут активную преподавательскую деятельность на кафедре ИСАИД, геодезия и земельный кадастр.